Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео речь пойдет о клубнике. У нас сейчас середина мая. Клубника цветет, завязывается, и даже на некоторых кустах начинают наливаться и созревать ягоды. Эти кустики клубники я посадила в прошлом году. Они сразу дали урожай, а в этом году ягод завязалось намного больше. Период, когда идет созревание плодов, очень важно удалять усы на кустах клубники. Можно их обломать или обрезать. Это делается для того, чтобы кусты клубники не тратили свои силы на рост усов, то есть на будущие розеточки, а наоборот направили свои силы на плодоношение, на завязи, чтобы ягоды хорошо налились и вызрели. Так урожай будет намного больше, и ягоды будут огромного размера. А если вы захотите размножить свой сорт клубники, то сделать это можно после того, как соберете урожай. Нужно будет после сбора урожая хорошо подкормить кустики, и к осени у клубники будет снова множество усов, и из них появится огромное количество розеток, необходимых для разведения вашего сорта клубники. Надеюсь, этот совет вам пригодится и поможет получить замечательный урожай очень вкусных и всеми любимых ягод. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всего вам самого доброго! Будьте здоровы! Всем пока!